что они хотят, смотрите. Они даже сейчас что-то хотят делать. Поймались! Здравствуйте! Пернатых любите? Ай, какие молодцы! Я тоже два прилепила у себя во дворе. Нет, этот раз ножом. Ты еще потрался. Посмотрю немножко, да ладно? Подожди, сейчас он скотч принесет, Неожиданно увидела вас. Что это? Что за бумажки это? Это эти липкие наклейки. По проекту главы «Наши добрые дела». Главы республики, да, или города? Нет, республики. А, республики, вот здорово. Проект называется «Я нужен своей республике». Здорово, здорово. Спасибо большое. Это благородное дело. Я тоже два скворечника лет 10 тому назад прилепила во дворе. Ну-ка, давайте, ребята, посмотрю, как вы работаете. Вот паспорт у скворечника, видите? А ты держи. Здорово. А может кто-то будет держать скворечник, так легче будет. А им как? Яркара. Тюбельда вурда, чудена лайка. А, точно. Все. Вот. Умно, умно. Тюбельдуру потом. Только помурно. О, как хорошо держит. Молоток держит мастерски. Видимо, не первый раз. Это бюро. Нет, лучше вот сюда ближе. Оно же тяжелое, вот сюда ближе. Вон он, скотч. Надо ж. Подожди, скотч несет, сейчас наклеим скотч. Давай ровненько сделаем. Скотч тоже. И вот здесь. Нет, вокруг не надо, наверное. Надо. Он не туда. А тот тоже упал, да? Чтобы проволокой мягкой перевязать саму будку там наверху. Может, можно сюда засунуть? Все, давай. Все, только ты не падай. Только ты не падай, летай. Минет, да, нет? Это против солнца, я что не стал? Солнце бок, да? Правильно или как? Салат? Ну да, как. Удобно. А что он лежит, так, получается? Удобно, он лежит. Это дерево такое. Кесим таба, почему кесик? О, вообще вам бог, может быть, вот смотри, с этой стороны. А там палочка, вот так удобнее. Понятно. Не знаю, так лучше, наверное. О, какие ребята у нас. В шестой школе? Да. Молодцы какие. Мало имени героя Российской Федерации. Как называется? Так называется? Вот какие. А ребята, кто скворечник забивает? Мастер «Золотые руки». Это мастер «Золотые руки». Айтки Муханы. А вот этот Алтынбашчик. Азнаур, молодцы. Давай этот положим сюда. Давайте у нас. Какие красочные скворечники, дорогие. Кто же там будет жить? Ну, синенький, а этот зелененький. На три, чтобы хватило. Ох, лестница надежная. Лестницу тоже партия «Единая Россия». А что туда закинули, не поняла? Еду там? Сразу с запасом еды на целый месяц. Прилетайте к нам, пташки, прилетайте. Вон они наверху летают. И солнце выбивается. Кто выглядывает? Да. Все, брат. Так вообще супер, да? Куда еще? Еще куда? Ближе туда, чтобы вот маджул габр салы газалайха. Куда?
Майнелы, да. В парке повесим пару штук туда. Давай. Нравится вам, что скворечники прибивают? Упросили, чтоб и на это дерево. Байдумат упросила, если что. Это будет скворечник Байдумат. Спасибо большое. Это 1 апреля. Никому не верьте, что в городе Карачаевске... Сегодня день птиц. День птиц и 1 апреля. Да. Не верьте, что скворечники прибивают школа номер 6. Не верьте никому. Никому не верьте.